কৃষ্ণ ভক্তি সুধা পানাত দেহ দৈহিক বিশ্রুতে তেষাম পাঞ্চভৌতিক দেহ অপি সচ্চিদানন্দ রূপতা। কৃষ্ণ ভক্তি সুধা পানাত দেহ দৈহিক বিশ্রুতে তেষাম পাঞ্চভৌতিক দেহ অপি সচ্চিদানন্দ রূপতা। গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শিশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ টোল্ড, গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শিশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ сказал, если ищу путь, ведущий к той абсолютной истине, то я должен игнорировать голоса обусловленных душ и слышать только голос той осознавшей себя души. Шрила Прабхупада говорит, что под именем Харибаджана и под именем Харикатхи люди обманывают, и эти люди обманываются. Под именем Харикатхи и под именем Харибаджана те, кто ездит с одного места на другое, они автоматически обманываются. Почему? Поскольку они хотят быть обманутыми, и их обманывают. If sufficient sincerity is there inside us, если мы достаточно искренне, то это обязанность Баладева Нитянанды вести нас правильно, должным образом. И нет никакого вопроса о том, что мы будем обмануты. Баларам и Нитянанда, они всегда с нами. Баларам и Нитянанда, они traveling here 14 world, видя, что обусловленные души, они путешествуют по 14 мирам, то первая обязанность Нитянанды – вести, помочь этим обусловленным душам, которые скитаются по разным мирам. По их милости они могут встретить садгуру, получить наставление от него и впоследствии принять прибежище у гуру и вайшнавов. Как обрести Гурудева? Это тоже обязанность Нитянанды. Как и где вы сможете обрести Гурудева? Это обязанность Нитянанды Прабху. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит, что мы должны приблизиться к самосознавшей себя душе. В прошлый раз я говорил об этом, что самоосознавшая себя душа значит самоосознавшая себя душа, она знает истину своим сердцем, и поэтому нет никакой проблемы. Таттва-вид и таттва-вади. Есть два таких понятия, то есть те, кто говорят о вед-вади или вед-вид. Таттва-вид и таттва-вади – это две разные вещи. Таттва-вади – это те, кто могут говорить о таттве. Они могут, может быть, красиво говорить, но они своим сердцем они не осознают эту таттву, они не самоосознавшие себя души, а таттва-вид – это те, кто осознали таттву, они непосредственно, как сказать, встретились с этой таттвой, с этой абсолютной истиной, они осознали ее в своем сердце, и такой Гурудев, он может вложить в ваше сердце чувство севы, чувство служения. И это обязанность садгуру вложить чувство севы, севабхаву в ваше сердце, если вы достаточно искренне. И если вас Гурудев настоящий садгуру, то тогда, несомненно, вы получите вдохновение к служению, к севе. Садгуру значит тот, кто даст то вдохновение, что такое дикша. После дикши у вас должно быть, должно появиться в сердце настроение служения. Я уже говорил о том, что если вы разовьете самбандха гьяну, как только вы осознаете свое положение самбандха гьяну,
То есть вы осознаете свое, свои отношения с Господом, ваше положение в мире и ваши обязанности, и согласно этому Гурудев даст вам наставление, вдохновит вас, и вы можете продвигаться дальше. И я уже говорил из Брихат Бхагаватамриты, Санатан Госвами Пад говорит эту прекрасную шлоку. Она очень важна. Много вопросов может возникнуть у вас насчет этого, но все же я должен говорить об этой неприкрытой истине. Санатан Госвами Пад говорит, Кришна Бхакти подобно нектару, расе, если вы будете пить этот, это Кришна Бхакти, если вы будете продолжать пить Кришна Бхакти день за днем, то тогда вы поймете, вы осознаете себя в таком положении, как будто вы опьянены. В Бхагаватам говорится, вот эти слова говорятся, что после, если мы, например, выпьем много вина, то человек выпивший много вина, он теряет свое сознание, он уже не может ходить правильно, не может контролировать себя. Это один из видов опьянения. И из бхакти тоже может быть так. Если мы будем пить нектар бхакти, то что-то подобное может случиться с нами. А что говорить о преме? Шрила Бхактивинода Тхакур говорит о преме, что она подобна какой-то заразной болезни. Например, кто-то заболел холерой, и его а те, кто еще не заболел холерой, их, соответственно, предупреждаю, чтобы они не ходили и не соприкасались никоим образом с этим человеком, больным холерой, и также с бхакти. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если у вас есть возможность служить всем сердцем, тем, у кого есть бхакти, то сегодня или завтра вы почувствуете, что некое особое чувство, оно является вашим сердцем. Автоматически это произойдет, вы обнаружите это. Если у вас будет возможность служить возвышенному преданному, и вы также вы должны быть возвышены, поскольку в Бхагаватам говорится, в пятой части о царе Ракугане. Согласно степени вашей возвышенности, вашего уровня, вы можете найти людей, которые мыслят примерно так же, как и вы. То есть, например, человек, который находится под влиянием раджагуны, он всегда ищет таких тех людей, которые мыслят подобно, а человек, соответственно, находящийся в тамагуне, он тоже ищет людей, которые находятся в тамагуне, а люди, находящиеся в сатвагуне, они также ищут единомышленников, которые находятся в сатвагуне, но даже это не очень хорошо. Мы не заинтересованы об этих трех гунах материальной природы, мы должны превзойти их. И после этого мы можем освободиться от всех материальных привязанностей и развиваться дальше, достичь уровня шуддасаттвы, и тогда мы сможем начать харибаджан. Тогда мы, если мы достаточно удачливы, то тогда, освободившись от материальных оков, мы можем начать харибаджан. Но в этом мире можно видеть, что многие йоги и гьяни, они освобождаются от материальных оков, материального рабства, но далеко не все из них начинают бхакти.
они могут начать харибаджан или не могут, это зависит от разных ситуаций. Если они встретят саду на своем пути, то тогда да, если нет, то нет, соответственно. Но есть исключение, вот в случае с Прохладой Махараджем, например. Но в общем, если вы встретите самоосознавшую себя душу, если вы встретите самоосознавшую себя душу, то общаясь с ней, можно обрести семя бхакти в своем сердце. Но вначале всего нужно осознать свое истинное положение, осознать, где мы находимся, поскольку ваши личные попытки, они обречены на провал. Наши все личные попытки, личные усилия, они уже обречены на провал. Мы подобны кукле, которая танцует под влиянием человека, который дергает ее за веревочки. И также мы находимся под влиянием Майи. Она нас, как сказать, танцует нами. Но если мы встретимся с Садгуру, а кто такой Садгуру, преданные, уровни преданных, как? То есть их помощью можно проще избавиться от влияния этого материального мира. Вот, как, например, в этой шлоке говорится. И в Вишва Упанишад мы можем найти эту шлоку. Jasmin Sarvani Bhutani Atmaiva Bhujanta. This first point. When you go out of this material bondage, когда вы избавляетесь от влияния материальных гун этой материальной природы, нет другого пути. Некоторые люди, например, сражаются с раджой, с тамагуной, но за всю свою жизнь они не могут достичь успеха. Но если у вас будет возможность служить чистому вайшнаву, гуру, то с его помощью можно избавиться от влияния гун материальных природ и победить даже сатва-гуну с помощью шуда-сатвы. Слово «упасам» на санскрите значит подобно лекарству. Лекарство такое слово. Упасам. Это значит, что ваш ум и органы чувств, они станут под вашим контролем. А как это? Только с помощью Садгуру Севы. И тогда очень легко и просто Пуруш, значит. Пуруш значит, то есть то, что пребывает в теле. Те души, пребывающие в материальном теле, души, они находятся в материальном теле, может, в мужском или женском, это не столь важно. На санскрите пур также значит храм. То есть наше тело, оно подобно храму, которое состоит из пяти элементов. И вот здесь говорится, что та душа, которая пребывает внутри вашего сердца, и согласно Шветашватаре Упанишаде, там говорится о двух друзьях, которые... То есть там описывается, как один... И говорится, что мы никогда не можем
потерять нашу дружбу с Параматмой. Параматма навсегда хочет помочь нам, но мы не всегда сможем принять помощь Параматмы. И Дживатма таким образом живет сама, как хочет, подобно сумасшедшей. Now, Krishna Bhakti Shudha Pana Deho Dohika Visite, what is the special point? When you go on drinking Krishna Bhakti, then you can forget Deho Dohika Visite. Your body and anything related to your body. Говорится, что если мы будем пить нектар Кришна Бхакти, мы Deho Dohiko. Можем забыть все, что связано с нашим материальным телом. Даже свое тело и все, что связано с ним. Мы не сможем думать об этом, мы все забудем под влиянием бхакти. Поскольку в этом случае у нас разовьется связь с Гуру и с Вайшнавами, это значит связь с Верховным Господом. So though externally you can find, и вот, и хотя внешне можно найти, что наше тело состоит из, состоит из материальных элементов, внешне выглядит, что все тела живых существ, они все состоят из пяти элементов, но большинство из них никто не может понять, что Вайшнава, они всегда чистые. Многие не могут понять это. Некоторые спорят, вот в Джавадхарме там такой же случай приводится. Если вы будете изучать Джавадхарму, вы увидите этот пример. Бхактивинода Тхакур это разбирает детально. И вот там в Джавадхарме описывается спор. Vaishnav, they have their material body also, they are also eating, sleeping, all same, but... Что кто-то говорит, что вайшнавы тоже, они едят, спят, имеют материальное тело, и в чем же их особенность? Но Бхактивинода Тхакур приводит аргумент. You can think about Билвамангал Тхакур. Вот пример с Билвамангал Тхакуром. Билвамангал Тхакур, он... Билвамангал Тхакур... Was South Indian Brahmin. Он был брахманом с Южной Индии. Билвамангал Тхакур was South Indian Brahmin. Он был южноиндийский брахман, происходил из хорошей семьи, но так или иначе он как-то вожделение развилось в его сердце, и он стал ослепленный этим вожделением. Karma is like karma can make you blind. Karma может ослепить вас. Если ваша материальная карма находится в вашем сердце, то вы не сможете ничего видеть, что правильно, что неправильно. В тот день я говорил одну шлоку, очень прекрасная шлока. Actually, и тогда karma can make you blind. Как карма, она может ослепить вас, и вы не сможете понять, что правильно, а что неправильно. Билвамангал Тхакур, он происходил из прекрасной брахманской семьи, но он как-то развил вожделение. Lava Matto Sadhu Sanghe Sarva Siddhi, many times I told. 1 second divided by 11, that fraction of time is more than sufficient to give you enough momentum to cut material bondage and reach up. Sadhu Sanghe настолько могущественна, что даже Лава Матра Sadhu Sanghe, часть секунды этой Sadhu Sanghe может быть достаточно, чтобы спасти вас. И вот в этом стихе говорится, что душа, путешествуя по всем 14 мирам, если по своей великой удаче она встретится с Гуру Вайшнавами, то от них она может обрести бхакти. Сейчас
вопрос в том, как понять, что тело Вайшнава, оно трансцендентно, поскольку внешне выглядит все одинаково. Гуру Вайшнава, они тоже иногда болеют, например. Как в жизни моего Гурудева в его гороскопе не было ни одного случая болезни, но так или иначе случалось, что он болел. И как это возможно, я в дальнейшем расскажу, как и почему. И вот суть в том, я слышал один пример от нашей Гурварги, что и вот пример я слышал от Гурварги. Что один человек работал в офисе, писал во время обеденного перерыва письмо кому-то. И вот друг к нему зашел и спрашивает, что он делает, я письмо пишу моему младшему брату. И в то время вот он спросил, ты вот сейчас выходишь? Да, выхожу. Вот, пожалуйста, возьми письмо и кинь его в почтовый ящик. Он посмотрел, кому там письмо, смотрит, Прадибу Баниаджи, центральная тюрьма, адрес такой-то. Он испугался, что случилось с твоим братом. Ты сказал, что брату письмо пишешь, а почему в тюрьму? Он сказал, да, в тюрьму. Он там в тюрьме, он тюремщик этой тюрьмы. Тюремщиком работает. И тогда этот человек понял, что тюремщик, он тоже находится в тюрьме, у него есть свои соответствующие обязанности, и в этом материальном мире можно видеть, что материальные люди, живущие в этом материальном мире, они тоже едят, спят. И гуру Вайшнавы, они тоже едят и спят. Выглядит это похоже. Но и особенностей таких мы не наблюдаем. И пример в том, что хотя гуру Вайшнавы также живут в этом материальном мире, но их житие в этом материальном мире не такое, как у нас. Они находятся тут, подобно тому, как начальник тюрьмы, находится в тюрьме. У них свои обязанности. И также у Гуру Вайшнавов у них свои обязанности. И какие же у них обязанности? Это то, что Бхагаван Шри Кришна сказал им, как дал им такие обязанности. Maybe tomorrow, Biraha Tattva, very nice. Гуру Вайшнавы, они живут в этом материальном мире, они не такие, как мы. У них главная их обязанность – это спасать обусловленных душ, спасать людей из этого мира. Это их долг. И в жизни Шрилы Прабхупады можно найти, каким образом Шрила Прабхупад пытался спасти людей. Какими способами Шрила Прабхупад все время думал, как спасти обычных людей, которые находятся под влиянием майя, как же спасти их. День и ночь Шрила, иногда он открывал какие-то выставки, писал книги, статьи, издавал журналы. Он был занят проповедью все 24 часа. А как можно понять, что Вайшнав, он очень чист? Как это понять? Шрила Прабхупад говорил, что чистый Вайшнав, он всегда занят в служении 24 часа, нет никаких промежутков. Чистый Вайшнав, он все 24 часа, он занят Кришна Бхаджаном. Все время. There is no gapping. Нет никаких перерывов.
Это один из признаков Сиддха Махатмы, совершенной души. Если вы видите, что у него нет никаких промежутков в его баджане, то вы можете косвенно понять, что он чистый вайшнав. Не значит, что 6 часов он с 3 утра повторял харинам, и потом время харинам окончилось, он занимается какой-то ерундой и прочей материальной деятельностью. Нет, это не так. Шрила Бхактивинода Тхакура, он внешне работал этим губернатором, но в один из дней я могу доказать вам, что хотя он работал на своей работе от имени правительства, но все же, если вы будете изучать более детально жизнь Шрилы Бхактивинода Тхакура, думать аналитически, то вы увидите, что все 24 часа в сутки Бхактивинода Тхакура был занят баджаном. И даже простые люди, как сказать, эти посторонние люди, они не могли, не всегда могли понять Шрилу Бхактивинода Тхакура. Как, например, Сварупдас Баба, он не смог понять Бхактивинода Тхакура, он оскорбил его, обозвал, что он ни тилака не носит, ни малы. И поэтому чуть-чуть толку к нему ходить. И когда он это сказал, он почувствовал, что сила его баджана, она куда-то пропала. И он начал думать, что же сделал плохого в моей жизни. И так он думал, и потом к нему пришла мысль, может, я оскорбил Шрилу Бхактивинода Тхакура. И он потом понял, что он великий вайшнав, хотя внешне не всегда так выглядит, как вообще Дас Бабаджи Махараджа, он даже без тилака ходил. Но Бхактивинода Тхакура, Гоур Кишора Баба, у них не всегда был тилак. Иногда даже у Гоур Кишора Дас Бабаджи Махараджа даже мало иногда не было, поскольку мало кто-то украл мало у него. Джапа Мала кто-то украл у него, когда Мала таки у него украли, он, у него была какая-то тряпка, он делал там узлы и повторял харинам так. И поэтому Шрила Прабхупад, если кто-то просил Шрилу Прабхупаду: «О, Прабхупад, можете ли вы пойти туда? Можно ли нам пойти и получить даршан Гур Кишора Дас Бабаджи Махараджа, либо вам Шридас Бабаджи Махараджа?» Но Шрила Прабхупад запрещал, что не нужно, можно их неправильно понять, и это будет причиной вашего падения. И они были все время заняты Харибаджаном, как, например, вам Шридас Бабаджи Махарадж ночью около 2 утра. Он всегда повторял баджан, он всегда совершал баджан. А в 2 часа, однажды в 2 часа ночи он пошел готовить. А что он готовил? Он пошел на базар, раньше, на базарную площадь, там насобирал то, что люди обычно то, что не продают, оставляют прямо на базаре. И там... A coconut, you sir? Half coconut, 2-pot bowl. Very nice. He's using it, washing. И там он собирал какие-то овощи. Cooking. He's singing and cooking very nicely. Singing and cooking. 3 o'clock over, Babaji Maharaj going to offer to go Nityananda with very loving mood. Иногда у него не было посуды, где готовить. Он готовил либо в каких-то глиняных горшках, либо в скорлупе кокоса. И потом это предлагал Гуранге. И Гоур Кишора Дас Бабаджи Махарадж, он... Он тоже иногда готовил очень так просто. Вайшнавер крия мудра бигьяна бужхай.
Why Vaishnava manifesting this kind of lila? Why this, that? Nobody can understand. You 100% scope to misunderstand him. 100%. Далеко не просто таких возвышенных вайшнавов, поскольку они могут вести себя за рамками каких-то понятий. Что говорить о нас, если Рамчандо Пури, Мадхавендра Пури? Вот посмотреть, например, с Рамачандра Пури и Мадхавендра Пури. Он начал давать советы Гуру Деву. И вот он сказал своему Гуру Деву, что вы Брахмагьяни, почему вы плачете подобно ребенку? И его Гуру Дев, он разгневался и прогнал его. И таким образом можно также неправильно понять вайшнавов, если они как-то болеют или еще что-то. Хотя вайшнавы они не материальны, но иногда являют такие люди. Поэтому к слишком возвышенным вайшнавам лучше не подходить. И особая обязанность гуру вайшнавов — это спасать людей. Будьте внимательны. Вот в прошлый раз вы спросили. Вот насчет этой шлоки из Чайтанья-чаритамриты, по-моему, внешне можно найти Вамшидас Бабаджи Махарадж никаких учеников не принимал. Хотя можно также спросить, какие писания изучал Гуру Кишота с Бабаджи Махарадж. Хотя они внешне в их истории жизни не видно, что ни Бхагаванда с Бабаджи Махарадж, ни Гуру Кишота с Бабаджи Махарадж, они не изучали писания. Но но так или иначе не знали суть писания. И однажды был случай с Бхагавандой, с Бабаджи Махараджем. Он ходил там с палкой, кого-то гонял. И вот какой-то джаминдар пришел, землевладелец, увидел, что Бабаджи Махарадж с палкой бегает вокруг Туласи. И он удивился, что он саду, а так, как сказать, гневно там ходит с палкой, и, а тот человек, который отправил его, он говорил, что я пошел к нему в ашрам поклониться, а он был очень зол и хотел меня отлупить палкой. Но этот человек, который его послал на даршан к Бхагаванда с Бабаджи Махараджу, сказал, что нет, ты неправильно понял его, что-то там не то случилось. И вот они вместе опять пришли. И они пришли к его баджан кутиру и спросили, поклонились: «О Махарадж, вот вчера вы кого-то гоняли палкой по вашей территории. Почему?» Этот человек пришел встретиться с вами и испугался. И почему вы тут ходили, пугали кого-то палкой? Бабаджи Махарадж сказал, что сказать в Говинда мандире Чагал. Коза, она ела туласи, и поэтому я отгонял ее. То есть смотрите, Бабаджи Махарадж находился в Калне, а где Вриндаван? Это 1500 километров как минимум. Это и то, что случалось в Говинда мандире, он видел это и прогонял козу оттуда. И потом узнали, что действительно было так, что какая-то коза в тот конкретный день залезла в Говинда мандир и начала есть туласи и повредила много туласи там.
Во Вриндаване ту слишком жарко, ту слишком холодно, туласи и так тяжело, еще и козы, если подъедают, то совсем плохо. И таким образом, с первого взгляда, тяжело понять вайшнавов. И смотрите, и главная обязанность чистых вайшнавов – освободить, спасти обычных людей. И говорится, что те, кто Парамахамс, они могут действовать как ачарьи. В прошлый раз я сказал, что Мадхьямадхикари может действовать как ачарья, но в то же самое время Парамахамса, самоосознавшая себя душа, она намеренно может снизойти на предыдущий уровень. Вот, например, если вы идете в какой-то театр, у вас как-то вы как-то смогли купить один билет где-то на задних этих площадках, и когда вы подошли к этому театру, встретились с вашим другом, он тоже. И вот у вашего друга. Билет на переднее сиденье, а у другого за тот же билет только сзади. Но смотрите, из их. Но этот человек, у которого более дорогой билет, может поменяться с тем, у кого более дешевый, и таким образом сидеть вместе со своим другом где-то сзади. И также наша Гурварга, они все находятся на уровне Парамахамсы, но они специально снизошли на предыдущий уровень, чтобы дать должный ответ всем демонам. Как Шрила Кешава Госвами Махарадж, посмотрите, как он отвечал демонам, которые извращали Сиддханту. Как вот, например, был один Нарайан Видиаратна, он был великий пандит в то время. Он, и вот печатная фабрика в Барампуре, это была первая фабрика, на которой начали печатать вайшнавскую литературу. И Шрила Кешава Госвами Махарадж ответил ему очень жестко, подобно. Он ответил ему таким образом, что этому уважаемому пандиту уже было абсолютно нечего сказать в ответ. Шрила Кешава Госвами Махарадж хотел как-то мягко ему намекнуть, но он не понимал, и поэтому он начал, как сказать, разбирать его даже с грамматической стороны, что он даже пишет неграмотно, а что говорить о ваших дальнейших, как сказать, дальнейших работах, если вы даже грамматику не можете выучить как следует. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж, он писал такие протестные статьи. Это их обязанность. Но что говорить о Парамахамсах? Парамахамсы, они не заинтересованы в том, что случается здесь. Они всегда погружены в свой баджан. Сегодня день ухода Мадхусудана Дас Бабаджи Махараджа. Из Сурьякунды я жил там, на Сурьякунде, в Сурья Нарайана Мандире. Это особое место. Я был вынужден жить там, я переводил книги там. Еще он написал книгу о славе Сурьякунды. И потом какие-то люди там прочитали, вдохновились и сделали там реставрацию. Just
И Радхарани, она приняла мало омовения в этой Сурья-кунде. И так, тот камень, на который она клала свою корону, когда омывается, то тот камень, он подплавился от этой энергетики. Подобно тому, как Шри Чайтанья Махапрабху, когда он получал даршан Джаганнатха, то от переполнявших его чувств даже камни, на которых он стоял, плавились. И Махапрабху, он видел Джаганнатха не таким, каким мы его видим, без рук, без ног, одни глаза. И находясь в таком возвышенном состоянии, иногда происходит обмен качествами. То есть камни могут стать жидкими и подобное. И сегодня день ухода Мадхусудандас Бабаджи Махараджа. Я немного расскажу о нем, чтобы обрести его милость. Махарадж, он хотел, он совершал баджан. He wanted to get his parampara. Somebody told him, without parampara you cannot do bhajan. Кто-то однажды сказал ему, что не имея своей парампары, ты не можешь стать совершенным, достичь совершенства. И он задумался, кто же мне скажет об этом. Гурудев ушел ли? У него Гурудев был Сидда Кришна Дас. И но он уже ушел из этого мира. Он, because I am not knowing background, nothing. I have no entry into, you know, Sanskrit language. I cannot understand, you know, Goswami Grantha. So better I can leave my body. After that, by the mercy of Sanatana Goswami, Lalita Sakhi and Radharani, getting all knowledge about, without reading background. He started reading background. Oh, he is a big time consuming. Oh, how I can waste my time? How I can do Harinam? Очень был опечален, что он даже не знал санскрита и. А чтобы хорошо выучить санскрит, нужно 18 лет учить грамматику, но у него не хватало терпения, поскольку мы Харинам надо повторять и то и все, и еще грамматику учить это совсем тяжело. Externally, you can think that background is a dry subject. Внешне можно выглядеть, что вьякаран – это грамматика, она, как сказать, такой сухой предмет. Somebody think mathematics is very dry subject. Кто-то думает, что математика очень скучная. Но это не так. Те, кто получает вкус, может, это материальная раса, материальный вкус. Материальная раса к вьякарану, к грамматике, то она не кажется скучной. Если можно найти практическое применение этой грамматики, то она перестанет быть скучной, но нужно было слишком много времени этому уделять. Но и по милости Санатан Госвами, through you, hundreds of people going to get kripa. Follow. Same point I am coming back. Lala Babu, one big Lala Babu, a big rich man. Но потом по милости Санатана Госвами он получил его милость. И там был также один Говинда Бабу, он был настолько богат, что невозможно описать его богатство. И вот его бабушка этого товарища, она была также настолько богата, что они писали письма на золотых, на золотой фольге. Ну, из фольги, на фольге чистого золота. Golden foil.
ну, типа фольга или бумага или что-то такое. И вот когда родился этот, как его, преданный, приглашения в честь его рождения писались всем на золотой бумаге. At least up to that level you must go. At least, it is my request, unto your lotus feet. At least. Up to this point you can hear. All other thing, you can get day by day. Up to this point, automatically, you can get, by the mercy of Guru Vaishnava. Conception of blood and flesh cannot allow you to go up. Телесная концепция не позволяет нам продвигаться дальше. Вот кто сказал эту шлоку? Рай Рамананда и Махапрабху. Я в дальнейшем буду говорить о Рай Рамананде Самвате. И вот с Рай Махашоем Махапрабху обсуждал эту шлоку и с прочими. И вот Рай Махашой сказал, что я вижу внутри тебя Радха Кришну. И сейчас я вижу, что ты Гоура. Что это? Говори искренне, что это. И Махапрабху сказал, что ты чистый преданный, куда бы ты ни смотрел, ты видишь Кришну. Но он сказал, нет, говори правду, что случилось. И после этого Махапрабху был вынужден признать, что я и есть Радха Говинда, совмещенное проявление Радха Говинда, что я есть Радха Говинда. В читании Чайтамрити говорится, что он Расарадж Махабхав. Расарадж значит... I am that. Don't speak to anybody because I am mad, you are mad. Both of us. I am mad, you are mad. Don't speak. You are crazy, I am also crazy. Don't speak it to anybody. Actually, your eyes is so clean. You can see everything. И вот Махапрабху сказал, что твои глаза настолько ясны, что ты сможешь видеть все. Еще я хотел сказать, что до тех пор, пока вы не обретете полную милость Сударшаны, вы не сможете получить даршан, настоящий даршан. Вы можете помнить какую-то философию, но Гуру Вайшнавы никогда не запоминают философию, они сердцем говорят, их харикатха исходит из сердца. Если так случается, что они теряют связь, то они уже не могут говорить харикатху, подобно тому, как если вытащить рыбу из воды, то можно наблюдать, что рыба задыхается, и также Гуру Вайшнавы, если по каким-то внешним причинам они теряют связь с Бхагаваном, то они чувствуют обеспокоенность, поскольку они всегда не привыкли находиться в связи с Верховным Господом. Махапрабху говорит, что ты Махабхагавата, ты великий преданный, поэтому куда бы ты ни смотрел, ты видишь Кришну. Но он сказал, что не нужно обманывать меня, скажи правду, что случилось. И он сказал, что я Расарадж, я сам Кришна. И я пришел сюда с настроением Шримати Радхарани. А что же происходит со мной? Куда бы я ни смотрел, я вижу только плоть и кровь. И Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад, он говорил, что есть великая пропасть между материальным и трансцендентным миром, не просто как разница между землей и небом, а бесконечная разница. И эта пропасть, она красного цвета, поскольку она олицетворяет собой концепцию плоти и крови. Green already, but gulf red.
the gulf is red. I mean the conception of blood and flesh. It cannot, this conception cannot allow you to reach up to that feeling. И из, этой материаль... из этого материального отождествления мы не можем достичь того уровня, на котором мы можем получить настоящий вкус к духовному. Follow my ways, very important point. The day, the moment you can start hating your body, that is very good symptom. Если вы осознаете, из чего состоит ваше тело, то у вас может появиться неприязнь к своему материальному телу. When I can hate, the day I can start hating my body, that's very nice point. То есть и тот день, когда у нас появится неприязнь к своему телу, это очень хороший день, и из этого можно, как сказать, ну, развить непривязанность к своему телу. И вираха – это не просто какая-то философия. А что такое вираха? Когда у вас будет появиться непривязанность к своему телу, то это имеет какую-то связь с вираха-таттвой. Махарадж об этом в следующий раз расскажет. Те пандиты, самосознавшие себя души, они никогда не умирают. А те материальные люди, они всегда стремятся к материальным наслаждениям. И Махапрабху говорит нам, когда мы сможем достичь того уровня, какого уровня, когда ваш ум, он всегда будет постоянно находиться в соприкосновении с Верховным Господом 24 часа. И как это возможно? Махапрабху приводит пример. И вот когда я буду говорить о вираха-таттве, я более подробно скажу об этом. Махапрабху говорит. Бхаграпи Криха Кармасу, Тадайва Ассада Эдиантар, Навасангам Расаянам. What Mahaprabhu speaking? И что Махапрабху говорит? Парабьясана Нинари. One wife, housewife. Что подобно тому, как если у какой-то жены есть какой-то молодой любовник, и она обманывает своего законного мужа. Внешне она, Махапрабху приводит такой совершенный пример. И однажды можно понять, почему Махапрабху такой плохой пример приводит. Но этот пример, он превосходный в этом случае, поскольку этот материальный мир — это извращенное проявление того трансцендентного мира. То есть здесь все наоборот. Подобно отражению в зеркале. Такое искаженное искажение. Махапрабху приводит такой пример, что если жена обманывает своего мужа, внешне муж думает, что жена его любит, готовит, заботится и прочее. Но, то есть внешне она как бы служит мужу, но у нее самой есть любовник, и она все мысли, как сказать, все себя посвящает своему любовнику, а мужу только служит внешне. В Веданта-сутре говорится, что если мы находимся перед зеркалом,
то мы видим, что наше отражение в зеркале искажено. Ваша левая рука стала правой, правая левой. То есть видите все наоборот. Если вы прикоснетесь левой рукой к зеркалу, вы видите, что зеркало к вам как бы прикоснулось правой рукой, наоборот. И вот таким образом, то есть те, кто некоторые преданные живут жизнью домохозяев, я очень уважаю их, поскольку знаю, что совершать Кришна-бхакти жизнью домохозяев, это очень тяжело, я уважаю их за это. Они больше, чем я, как они живут такой жизнью и совершают Кришна-бхаджан, это очень хорошо. Чувство смирения очень хорошо. То есть просто принять саньясу и гордиться этим, это очень глупо. И сейчас это происходит практически везде. То есть сейчас многие используют одежду брахмачари или саньяс просто для зарабатывания денег, и это очень плохо. И Махапрабху, он дал нам такой пример, что если вы сможете развить такое умонастроение внешнее, как бы служите своей семье, а внутри вы думаете о Кришне, подобно гопи. Те гопи, они... Они занимаются своей домашней работой, домашними обязанностями, это описывается там, но их ум, он украден Кришной. Ум, он украден Кришной, Кришна, он вор, он самый, как сказать, самый главный из воров. Воров. И так он украл их ум, и это очень хорошо, и поэтому такой пример Шри Чайтанья Махапрабху приводится. И мы, находясь в обусловленном состоянии, это не значит, что мы будем всегда находиться в этом обусловленном состоянии, кто знает. После того, как мы слушаем Харикатху день за днем, может, мы станем самосознавшим себя душой. И вот вопрос. Шрила Прабхупад, Шрила Кешава Госвами Махарадж, они говорят. То есть они сами Шрила Прабхупад и Шрила Бхактина Такура, они Нитья Сиддхи. А в чем же разница между Садхана Сиддхи и Нитья Сиддхи? То есть Садхана Сиддхи, если они совершали баджан, и в этой жизни они достигли успеха. И с того момента, если они стали совершенными, они достигли абсолютного успеха, уже мы не имеем права их разделять между Нитья Сиддхами и Садхана Сиддхами. Он получает такое же уважение, такой же почет, как и Нитья Сиддха. Разница только в том, что Садхана Сиддха, он совершает баджан, он стал совершенным, а Нитья Сиддха, он уже послан Верховным Господом, он показывает нам, как совершать баджан должным образом. И в этом разница. На самом деле, если вы видите, что кто-то Мадхья Мадхикари, например, то что делать? Оставить Гурудева? Нет. В Хари Бхакти Виласе говорится, если ваш Гурудев Мадхья Мадхикари, он
самосознавшая себя душа, и в то же самое время он пытается развиваться, совершает баджану, пытается возвыситься. И вот если вы в какой-то день осознаете, что ваш Гурудев Мадхьяма Ачикари, то его не нужно оставлять. Но вы можете взять разрешение у вашего Гурудева пойти к какому-то возвышенному вайшнаву. Можно спросить позволение у Гурудева отправиться к какому-то определенному возвышенному вайшнаву. А если Гурудев уже ушел, и вы не чувствуете силы, энергии, то можно молиться в фотографии Гурудева, либо на самадхи Гурудева об этом позволении пойти. Но не нужно ломать правила и предписания. Ваш Гурудев, он показал вам путь, правильный путь, поскольку Дикша Гуру — это Панчаратрик, Дикша Гуру, Шрила Прабхупад, почему так сделал? Есть особая тема сегодняшней Харикатхи, почему Шрила Прабхупад, он сделал так. Он гармонизировал Бхагават Парампару и Панчаратрик Парампару. Почему? Поскольку Бхагават Парампара можно видеть. Можно видеть, что Шрила Прабхупад на полпути следует мантра парампаре, а следующий полпути Бхагават парампаре, прямо посередине. Бхагават парампара и посередине мантра парампара. Шрила Прабхупад хотел доказать нам, кто наш Шикша Гуру. Вот я об этом хочу сказать, что под руководством вашего Гурудева вы должны выбрать, приблизиться к саду, к Шикша Гуру, который может помочь вам, как Шьямананда Прабху, например, он ученик Гуридаса Пандита. Он взял разрешение и пошел к Дживи Госвами Паду учить Татва Сиддханту и прочее. Он был настолько могуществен, что по милости Дживи Госвами они развили другую расу, великолепную расу, но она другая. Это очень обширная тема, я в следующий раз буду подробно говорить, я сейчас только кратко. Шьямананда Прабху. И вот Шьямананда Прабху был отправлен к Дживи Госвами Паду. Наротам Такур был отправлен тоже к Дживи Госвами Паду. Шринивас Ачарья, он тоже был отправлен к Дживи Госвами Паду. А Наротам Такур, чей он ученик? Локанатха Госвами. А Шринивас Ачарья, он ученик Гопалбхаты Госвами. И смотри, но шикшу они получали от Дживи Госвами, понимаете? Шрила Прабхупад говорит, Бхагават Парампара и мантра Парампара, как их гармонизировать? И Кешава Госвами Махарадж тоже говорит об этом. Джива Госвами Пад пишет в Сандарбхе. Гурбо Гая, тот севан авиродена ча, аннешам опи вайшаманам севанам сарья. Джива Госвами Пад giving this argument. Гурбо Гая, by the consent of Gurudev, Gurva Gaya, tat sevan aviradena cha. You cannot break rules and regulations set by your Gurudev. For мы не можем. Your Gurudev, Diksha Gurudev, то есть в этой шлоке говорится, что ваш Гурудев дал вам дикшу, но вы не можете нарушать никакого из правил. Вот согласно этой шлоке. Вот вы вчера спрашивали, дикша она должна быть, но если ваш Гурудев не он является лилу болезни, уже не дает вам наставления, то что делать? Тогда нужно принять Шикша Гуру, но then
Но нужно выбрать такого шикшагуру, который не отличен от вашего гурудева. Если, например, мой шикшагуру критикует моего дикшагуру, он не может быть шикшагуру, его нужно оставить. Может быть, он знает шастру, но его нужно оставить, поскольку вы будете деградировать в его обществе. И главное, о чем вы должны помнить, что у вашего дикшагуру должно быть подлинное уважение к вашему дикшагуру. Он должен вдохновлять вас на служение вашему дикшагуру больше и больше. Махапрабху уже сказал Чайтанья Чаритамрите, что значит панчаратра видхи. Нарада Махарас сказал, Нарад Бхакти Сутра, Махапрабху говорит панчаратри гвидхи. Here only difference is some rules and regulation imposed on. Разница только правила и предписания чуть отличаются. Бхагават Парампара значит не всегда погружены в баджан. Шрила Прабхупад действует как панчаратри гуру, и в то же самое время Шрила Прабхупад он, у него очень глубокое знание расататвы. И иногда панчаратрик гуру может действовать как. Иногда случается, вот, например, я очень удачлив, я получил харинам дикшу, одежду брамачари и Бабаджи Веш от Шилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, но не все настолько удачливы, у многих разные гуру бывают. Как Шрила Кешава Госвами Махараджа от Шрила Шридхара Госвами Махараджа получил саньяс. Мой гурудев, он у Бхакти Вайканас Госвами Махараджа получил, Шамадав Госвами Махараджа, он тоже получил саньяс у Бхакти Гура Вайканас Госвами Махараджа. И вот и мой гурудев, он во сне получил мантру, саньяса мантру, он записал ее, но чтобы никто не критиковал его, гурудев Шрила Пури Госвами Махарадж, он опять получил саньяс у Шрилы Бхакти Гура Вайканас Госвами Махараджа. Главное при выборе шикшагуру вы должны удостовериться, что у вашего шикшагуру есть должное уважение и респект к вашему дикшагуру. Those who are the disciples of Prabhupada, they never feel it necessary to approach outside people. Follow my point. Someday, if they do, if they have done some apparat, then they break relation with Prabhupada, criticize Prabhupada, and go on outside. I'm not going to criticize anybody because my mood is not to criticize somebody. Example. Even when they break relation with Prabhupada, they are not going to mention the name of Prabhupada. Paramahansa Kesava Goswami are writing very like a liar. We don't like to hear so many things. We like to know who is this Gurudev. He is writing so many philosophy, Kesava Goswami. You understand what I mean to say? Keshari Guru. Now you understand about whom I am wanting. Break relation with Prabhupada, gone, everything broken. Even not identifying the Bhakti Siddhanta Saraswati is my Gurudev, not speaking. I can show you many books. Not name of Prabhupada, cut, throw. Big philosophy written. Then what happens?
Due to aparadha, this kind of mentality can grow inside you. Ну, а если мы как-то оскорбим нашего гуру, то Elephant, you know, there is very nice tag, pond. И вот пример приводится со слоном, и со слон пойдет омываться в каком-то водоеме. Но после омовения он берет пыль и посыпает себя пылью. Только что при омовении, и вот буквально через 5 минут он вышел из этого водоема и он осыпает себя пылью, и какой толк от того, что он омывался в водоеме. И также будьте внимательны, Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он очень прекрасно объяснял эту шлоку. Он говорил, если вы не можете совершать баджан должным образом, это пойдет. Но если вы оскорбление совершаете, то это гораздо хуже. По крайней мере, пытайтесь спасти себя от оскорблений. Поскольку вайшнавы, они очень милостивы. Они могут взять вас на колени и попросить, идите ко мне, зачем вы идете в майю? Гуру Махарадж говорил, Нитянанда Гуранга, они зовут всех обусловленных душ, куда вы идете, идите к нам. Посмотрите, даже на алтаре они стоят с распростертыми руками. Они зовут всех к себе. И эту шлоку мы должны помнить. Если у вас будет какое-то неправильное понимание Гуру Вайшнава, какие-то материальные представления, оскорбления, то вы обречены на падение. Это очень плохо. Вы тогда не сможете совершать баджан вообще. Как можно видеть, что некоторые ученики Шрилы Прабхупады, они оставили, они оскорбили, они потеряли веру Шрилы Прабхупады и даже не говорили, что он их гуру. И сейчас они ушли из этого мира, но я все же хочу выразить им почтение, как моим шикша-гуру, которые показывают, как не нужно поступать, как, например, Аджамил. Аджамил, он подобен мильному камню для нас. Он показывает там, что не нужно делать на пути баджана, что мы можем это обойти. Какой-то пример позитивные к нам приходят, то есть что нужно делать, или какие-то негативные. Кто-то показывает нам, что не нужно делать. И мы должны быть подобно Парамахамсам. Мы должны видеть хорошее в людях. То есть и примеры также. Мы если видим что-то хорошее, нужно... Нужно понять и принять эти хорошие качества и воплотить их в своей жизни. И таким образом любые хорошие качества, где бы мы их не видели, мы должны принять их. Это одно из качеств Парамхамсы. И Дикшагуру, Панчаратрик, Парампара. Кешава Госвами Махарадж говорит, иногда Панчаратрик Парампара прерывается. Это много раз уже случалось так. И иногда это Панчаратрик Парампара на, как сказать, перестает существовать, но для этого Бхагават Парампара существует. И вот в этой шлоке приводится пояснение, что если я принимаю прибежище у того, у кого-то, то есть нужно принять шикшу,
у такого Шикшагуру, который находится в гармонии с моим Дикшагуру, который никак не препятствует моему служению, моему Дикшагуру. Шикшагуру и Дикшагуру, они не отличны онтологически. И Шрила Прабхупада объясняет, Панчаратри Дикшагуру, он дает вам самбандха-гьяну. Бхагават Парампара Шикшагуру дает вам Абхиде. Если у нас нет самбанки, знания о наших взаимоотношениях с Господом, что же мы дальше сможем делать? И Шрила Прабхупада говорит, что Шикшагуру и Дикшагуру, они находятся на одном уровне. Как Баларам Нитянанда, он иногда являет себя как Дикшагуру или как Шикшагуру. Но смотрите, если Дикшагуру и Шикшагуру, они одновременно находятся перед нами, кому первому кланяться? Нужно Дикшагуру кланяться сначала, поскольку я получил самбандха-гьяну от него. Может, они находятся на одном уровне, но вначале вы должны поклониться ему, поскольку самбандха-гьяну вы от него получили. И поэтому Шрила Прабхупада, он гармонизировал это, поскольку иногда можешь видеть, парампара прерывается. Как Баладавиди Бушин очень прекрасно пишет, и перед тем, как описывать Прамея Ратнавали, Баладавиди Бушин пишет, парампара должна быть совершенна, не должно быть никаких перерывов парампары, поскольку парампара значит это поток знания, то знание должно прийти от Гурудева к нам. Если мы говорим какую-то ересь, то это было, то есть это, как сказать, то есть вы смотрите, пример Шрила Ваманга Сами Махараджа находится в нашей наставнической преемственности, и на примере его жизни нельзя видеть, что он говорил что-то против, либо что-то не соответствующее учению его Гурудева. Вся его жизнь, вся его учение, оно полностью соответствует Шиле Кешаве Госвами Махараджу. Люди могут одурачить вас. Вы должны быть очень умны, чтобы видеть это. В начале всего, если вы видите какие-то недостатки в других, нужно... То есть, смотрите, какое умонастроение бхакты, если он видит какие-то недостатки в других, то, видя какие-то недостатки в себе, как можно других критиковать. И вот из Библии есть такой пример, что была одна проститутка, она как-то жила, в общем, так или иначе. И вот в какой-то деревне люди начали кидать камни в нее. И в тем временем там Иисус проходил, спросил, что случилось, ведь что в нее камнями кидают, они сказали, что ты не знаешь, она же проститутка, чушь, не кидать камнями в нее. И вот он сказал, что да, она проститутка, и поэтому вы бьете ее, да. Но кто может бить, кидать камни в нее? Только тот, у кого у самого нет никаких недостатков. Среди вас всех я хочу пригласить хотя бы одного человека, который достаточно чистен, безгрешен, не имеет никаких недостатков. И поэтому вот у Падишамрити говорится, только тот, кто контролирует свои чувства, он имеет право повелевать всем миром. И также в этом случае, если вы сами несовершенны и грешны, как можно кого-то осуждать и наказывать?
someone is there who is out of any fault, not done any sinful activities, who is totally clean, can come. I can allow. И вот он сказал, что если есть кто-то безгрешный из вас, пускай выйдет и побьет ее камнями. Как, например, можно видеть, что один взяточник другого критикует, что тот там взятку 50 тысяч получил, а я там всего 200. И поэтому как бы эти оба взяточника – взяточники. Кто больше взял, кто меньше, роли не играет. Bhakta sarago nirago divido puru. So we are speaking Harikatha two type of. One is sarag. То есть два вида тех, кто говорят Харикатха сарага. То есть те, кто говорят имея вожделение, и те, кто говорят без вожделения. То есть те, кто говорят Харикатху только ради Харикатхи. А не ради каких-то других вещей. И Джива Госвами говорит, что те люди, которые стремятся, которые говорят Харикатху ради чего-то иного, то не нужно позволять им быть на Вьясасане. А сейчас под именем Харикатхи Харибаджана те, кто обманывает людей, а люди, они хотят быть обмануты, и поэтому их обманывают. Шрила Прабхупада говорит об этом. Поскольку очень редко можно встретить тех, кто хочет говорить и слушать настоящее. Поскольку если кто... В этом мире очень редко можно встретить того, кто хочет говорить об Абсолюте, о абсолютной истине. И вот Баладев Дебушин говорит, наша Гуру Парампара должна быть совершенна, поскольку есть у нас какой-то перерыв в ней, какой-то разрыв, то мы не сможем получить знания. Говорится, что не должно быть в нашей парампаре наставнической преемственности никаких разрывов. Мадхвачарья, он получил посвящение от Вьясадева Госвами в Вьясагуфе, никто не знает об этом, и нет разрывов в Гуру Парампаре. Но потом Шрила Прабхупада переключил это на Бхагават Парампару, чтобы доказать, что то, что сказал Махапрабху, то, что они не отличны. Единственная разница в Панчаратрик Парампаре в начале много ограничений, но в итоге они доходят до того же. Они, но сейчас в итоге они к одной цели ведут, как Агама и Нигама. Нигама калпатурур галитам фалам сукхамукхад амритатава саньютам. This is called, and from Mahadev, Chatuswan Mahadev, this parampara coming, is called Agam. In Agam, when branches some, many branches come. Some big Acharya, not Acharya, I cannot say that he is Acharya. From another Sampada. И вот один, как сказать, руку... Лидер из другой сампрадаи, он критиковал Агамы, поскольку там тантра, мантра и прочее, но люди не знают. В Агамах есть точно, в Ведах можно видеть,
Можно видеть различные гимны, посвященные каким-то явлениям, они все нужны. Но если кто-то пытается использовать это неправильным образом, то это уже его проблема, а не проблема этих писаний, что они вообще есть. Они нужны, как, например, грамматика или калпа, нирукта, чанда, вам все это нужно, все это из Вед исходит, Веды, Уповеды. Это все нужно, это не значит, что мы должны избавиться от чего-то. И можно, например, в случае, если мы хотим совершать ягью, то в Ведах как раз описывается, что мы должны сделать, с какой стороны, в какое время. Нужно астрономию знать, чтобы время определить. И какую ягью конкретно, с какой стороны, когда закончить, когда начать, что делать и прочее, прочее. Это все описывается. Это не значит, что нужно просто это игнорировать. Нет, это все как-то связано. Если, например, вы не знаете грамматику, как можно знать значение определенных мантр? И в Ведах также говорится, что если... Почему мы не... как сказать, недостойны изучать Веды, поскольку если в Ведах, если вы неправильно произносите эти звуки Вед, то вы в ад попадете. Но в случае с Гитой, Бхагаватой, из читания Чайтамриты, это не так. И поэтому Махапрабху, он обнял того брахмана, который Гиту неправильно читал в Южной Индии. О, брахман, что ж ты находишь в Гите, когда ты читаешь Гиту, ты плачешь, я хочу узнать. И вот этот брахман говорит, когда я читаю Гиту, я вижу, что Кришна стоит на колеснице и дает наставление Арджуне. И Махапрабху сказал, да, ты достойный человек, чтобы изучать Гиту. А Брахма сказал, что я глупец, я даже читать не умею. Этот Брахма сидел сзади храма Ранганатха и читал Гиту по наставлению своего Гурудева, но люди смеялись над ним, поскольку он произносил неправильно. И вот Гита, Рамайну, Бхагаватам у нас есть право читать. И то, что мы там не совсем правильно их произносим, то вот за это не попадем. И вот Нигама и Агама, они идут к одной цели, ведут к одной цели. Я могу сказать, что Махадев Шанкар настолько милостив, но некоторые критикуют даже Махадева и из Гаудия-матха ответили должным образом на выпады этого лидера, другой этой парампары. И вот я сказал, Баладев, он настолько милостлив, что он дарует свою милость только даже тех, кого оставил Кришна. Вот, например, Дурьотхана, он очень, как сказать, плохой человек, но Дауджи Махараш, у него есть какая-то любовь к нему. А Махадев, например, смотрите, он принимает какие-то плоды, цветы и прочее. Даже на те цветы и плоды, которые не принимает никто из других полубогов. Он говорит, что если вы найдете какие-то вещи, плоды или фрукты, которые не достойны быть предложенными Джаганнатху, то предлагайте их мне. All around, all use we like to throw,
Если Махадев, он принимает все то, что недостойно быть в подношении Кришне, Джаганатху и все прочие Вишну-татве. Даже его можно поливать водой Ганги в любое время. Махадев, он более, как сказать, более либерален. Он не зашел на этот уровень, подобно тому, как вайшнав, если он работает в полиции, то он должен носить одежду полицейского, вести себя соответственно. Как бы вайшнав должен быть милостив, но если он работает в полиции, то вести себя должным образом он должен. И таким образом Махадев, он... Махадев, он помогает таким, как сказать, людям низкого пошиба. And showing in front of own little people, they use taking tobacco. Hey, use the sadhu, not taking of tobacco. So there is no tobacco at all. Only one, you know, one cake, you know, cow dung cake, small, put fire and showing. No acting, no tobacco, no tobacco there. А вам Шридас Бабаджи Махарадж иногда предлагал говни таю какие-то, ну, какое-то курево под видом, точнее, предлагал коровий навоз, поджигал под видом курева, чтобы люди не беспокоили его. И вот такие возвышенные вайшнавы, они находятся за пределами правил и предписаний. Если мы будем думать об этом, почему они то или то сделали, то... Это тяжело понять. Вот сейчас скоро будет день ухода Шрилы Прабхупады. И моя цель – доказать, показать, настолько великолепен Шрила Прабхупад. И никто не может понять, далеко не каждый может понять величие Шрилы Прабхупады. И вот суть в том, я уже сказал вам, что Бхагават Парампара и Манта Парампара не отличны. This way, ultimate goal same. То есть они все ведут к единой цели. И раньше я сказал, что когда Шукадев Госвами, он говорил Бхагаватам Парикшит Махарадж, слушал, и через Бхагаватам Парикшит Махарадж он обрел дикшу, поскольку Сабанха, Абхиде и Прайоджина, все было там, уже в Бхагаватам. So how you can say Parikshit Maharaj is not? И как можно сказать, что Парикшит Махарадж он не получил посвящения, а Парикшит Махарадж находится в Бхагават Парампаре, и поэтому мы должны сгармонизировать все это. И вот Баладев Видьябушан говорит, что у нас не должно быть никакого перерыва в Парампаре. Если этот есть какой-то разрыв, перерыв, то это проблема. Нужно. Нужно компенсировать это. Как, например, если ваш дикша-гуру, он находится на уровне матьяма-чикари, то когда вы разовьетесь до этого уровня, то вам нужно принять дикшу-шикшу у более возвышенного вайшнава. With no one disciple, his name is Damodar. What name? I forget. I can speak the name. I forget. But previous to meeting him, he was in Ramananda. No, when he came here in Puri, then big discussion going on. After that, he was defeated because his bhakti mark. Then he took shelter. So in Shamananda Paripa,
Shamananda, Rasikananda, after that one Gurudev, after that. I forget the name, I can speak. I know, but I say, now I forget, I can speak. So, previously he was there, and why some people speaking that after Matacharya came, after Bhagavad Gita came, Bhagavad Gita wanted to make some linkage with Matacharya, not that. Mahaprabhu already told, in Damparikrama Khanda you can find Matacharya came here long before Chaitanya Mahaprabhu's appearance. Chaitanya Mahaprabhu appeared in front of you and bless him, I can accept your sampradaya. Very shortly. Bhaktivinoda writing with documents. Follow? Yeah. So we have linkage with Madhvacharya. Вот у нас есть связь с Мадхвачари. They believe Vigra is nitya. Их вера в Виграху, она вечна, в том, что Виграха вечна. И хотя Баладев Видябушан был в линии Мадхвачари, но нету наша Гауди Сампрадая не прерывается. Madhavi Mahaprabhu already saw breakage, no linkage, breakage. So after that he is going to get Diksha again. Like, you know, what is Pund, what is name? What is name actually? Balavacharya. Как в случае также с Валапачари, когда он получил дикшу, и он встретил Махапрабху и развил вкус к расабаджану. Раньше он совершал Балгапал Баджан, и после этого он принял прибежище у Гададхара Пандита и начал Кишор Гопал Баджан. До этого он был на Пуштимарге, а потом он встретился с Махапрабху и изменил свое умонастроение. Как отец Гопалбхатта Госвами, например, в Южной Индии. В Ранганатхе. Венкатабхатта. And his brother, they all, и вот Венкатабхатта и Венкатабхатта, его брат, они, когда они встретились с Чайтаньей Махапрабху, Прабхутананда Сарасвати, также они в Шри Сампрадае сначала были, а потом, когда они встретились с Махапрабху, они получили великолепную расу и сам Махапрабху показал им путь, и поэтому все хорошо в их случае. И Прабхутананда Сарасвати, он в Камьяване совершал баджан до последних своих дней. Вот сейчас я хочу сказать, что это великая обязанность Гуру Вайшнавов, чтобы показать нам точный путь. Если кто-то действует как ачарья, это, несомненно, обязанность ачарьи показать им настоящий точный путь. А если такой ачарья не показывает вам точный путь, то вы можете столкнуться с проблемами на этом пути. Я хочу привести пример. Если мы находимся на какой-то большой реке, с которой даже не видно противоположного берега, есть такие реки, очень широкие, что даже не видно, не видно противоположного берега. Вот раньше были большие лодки для того, чтобы переправляться на другой берег. В такой лодке могли быть несколько сотен человек. И вот однажды на такой лодке было 300 человек, они переправлялись, и этот, как его, капитан, который, он вел лодку,
он из-за того, что сильный ветер подул, он уже не мог вести лодку по нужному курсу. То есть этим ураганом ее просто сдуло. И он подумал, что ну, у меня жена и дети, так или иначе лодка тут утонуть может запросто. И что же делать? И он прыгнул в воду. Но случайно, по милости Верховного Господа, эта лодка, то есть несколько человек выжило в этом кораблекрушении, и этот капитан тоже утонул. Он умел плавать, но из-за того, что был сильный поток там, их, они утонули. И вот в Гималаях спрашивают, а в Джамалая, в месте этого Ямараджа. Ямарадж. That's why we jump into water. No. И вот судили потом этого капитана, что you are responsible for that because you jump into water. За то, что он первый прыгнул в воду. Он как бы виноват получился. А и вот если ему сказали, вот если бы ты не прыгнул в воду, вот судили бы тебя по-другому, а из-за того, что ты бросил лодку свою. И почти все погибли. А, то, что ты сам хотел спастись, прыгнул в воду самый первый. И все равно умер, и поэтому еще к тебе в нагрузку ответственность за смерть всех тех пассажиров. И вот также саду. Для саду нет никакого прощения. Те, кто саду, которые указывают путь другим, нет никакого прощения для них. Обычно люди могут получить прощение за свои проступки, но когда саду падает, это плохо. Он за собой еще всех других людей тащит. Прайда нираям калам акшаям. I told you. So as a sadhu, и вот подобно тому, как саду, он не имеет права какой-то. Может, вы какой-то хороший философ, но у вас нет права говорить о какой-то философии, придумывать какую-то философию. Вы должны говорить точно о том, что говорил Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивинода Тхакура, вы должны в точности все рассказывать людям. Однажды у моего Гурудева в Пури спросили, давно это было достаточно, и вот в Пури Шрила Бхактивинода Мадхава Госвами Махарадж и прочие спутники Шрилы Прабхупады были там, и вот там был один преданный Гопананда Бон Махарадж, сейчас он, и вот он говорит, я был молодым тогда, я спросил у Шрилы, у Гуру Варги, что? Наши Гурварга, у них есть особенность, как Бондев Госвами Махарадж, у него есть какая-то особенность, у Кешава Госвами Махараджа или Мадхава Госвами Махараджа, у них у всех есть своя особенность. И так Брахмачари спросил, а кому же следовать? И вот, ну, вот, вот в этом киртане говорится, что мы должны следовать Гуру Варге, а кому точно? И все старшие вайшнавы решили, что Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж может должным образом ответить на этот вопрос. Again, one stop,
This Chatusan also. Then they stop speaking, you know, nicely. Then Bhakti Bhavan. И вот Шрила Пури Госвами Махарадж начал говорить, что вначале всего мы должны следовать нашему Гурудеву. At this Guru Tattva already I told, Guru. Not as want to, I want, never want to mean an ordinary man. Guru Tattva, you know, is that, have some speciality, maybe. So during your Diksha, if you и вот во время вашей дикши, если вы получили дикшу, то если вы полностью предались Гурудеву, Гурудев может дать вам какое-то особое знание. Вот Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа или Шрила Кешава Госвами Махараджа можно получить какое-то особое наставление, которое нет у Шрилы Мадхава Госвами Махараджа, например. И как же это все сгармонизировать, и кому следовать, и как это все должно быть должным образом. И вот в начале всего говорится, что наш Панчаратри Дикша Гуру, он дал нам Самбанта Гьяну, и первый приоритет мы должны отдавать ему, нашему Дикша Гуру, то учение, о котором он говорит. И потом все Дикша Гуру, их учение находится в гармонии, но не все могут это заметить. You can understand. He can harmonize with Parami Madhava Goswami. Follow. If you cannot harmonize, then big problem. Если вы сами не сможете найти гармонию в учении вайшнавов, разных вайшнавов, то вначале всего мы должны приблизиться к нашему Гурудеву и по его разрешению. Guru Bhav Gaya Tat Sevan Avirodena Cha Annesham Api Vaishnavanam Sevanam Sri. I told you. Then you can approach. Then you can know, and you can automatically find. И по его разрешению нужно пойти к другому, к тому вайшнаву, и постепенно вы осознаете всю гармонию между вроде бы внешне немного разными учениями. So actually there is no problem. Баладев Видьябхушан wanted to prove that if you find доказать нам, что если мы найдем какой-то разрыв в нашей Гуру Парампаре, это плохо, нужно привести это все в гармонию. Например, если вы получили дикшу от одного Гурудева, и потом then you have to take permission. That can I approach that? Ваш Гурудев, он явил лилу болезни или еще что-то случилось, нужно взять у него разрешение, чтобы пойти получить дальнейшее знание у своего Шикша Гуру. И относительно бхакти, это очень обширная тема. Санатан Госвами, он написал много томов книг об этом, но главное. Есть три уровня: Каништха, Мадьяма и Уттама. Атикари. Как можно отличить Уттама Бхакту? Он у него, как Шрила Кешава Госвами Махараджа, он Уттама Бхакта, но внешне можно видеть, что он кого-то критикует, что-то жесткие слова говорит о ком-то, но это далеко не так. И однажды один из его учеников пошел и принять просад в какой-то экс-миссии. И вот он сказал, что мы были в Кришнанагаре, проезжали мимо
какого-то ашрама, Майавади, и вот там приняли прасад. И Кешава Госвами Махарадж сказал, что ну теперь тебе надо 3 дня поститься, помыть свой рот коровьим навозом, и тогда ты только там сможешь как-то очиститься от этого прасада Майавади. И вот у нас же Кеша Госвами Махарадж увидел в типографии, кто-то включил какой-то сахаджийский киртан. И вот он пришел спросить, где тут это киртан играет. Ну, сказали, вот там вот он пришел и пнул этот радиоприемник, что он разлетелся на части. И the Shiva coming, give the garland. It's a sad noon time. И выгнал этого, ну, кто слушал этот сахаджийский киртан. Но смотрите, во время того, как человек Кешава Госвами Махарадж оставлял тело, то Радхарани в полдень Радхарани она обронила свою малу, чтобы with garland he run and come. И когда он увидел, пуджари увидел, что гирлянда с Радхарани упала, он взял эту гирлянду. Ну, что жена назад, как бы нельзя предлагать, он пошел и предложил эту гирлянду Шрилы Кешава Госвами Махараджу. И Кешава Госвами Махарадж, он практически сразу же оставил свое тело. То есть внешне не всегда можно понять сразу, почему вайшнавы делают какие-то конкретные вещи. Иногда, например, Махарадж был на проповеди в Калькутте, какой-то богатый человек хотел помочь миссии. И и вот хотели предложить ему fridge. From there they get apple and fruits. Saima, look at him. Shut up your eyes, Attika. Don't speak anything. А, то есть Свами Махараджу предложили какие-то фрукты из холодильника. Одна из его учениц, она там мимо этого холодильника проходила и заметила, что там лук лежит. И она сказала Свами Махараджу, что там в холодильнике, с которого вам принесли фрукты, там лук лежит. А Свами Махарадж сказал, что закрой глаза и сделай вид, что ты этого не видела и ешь. Но это может Свами Махарадж такое делать, а я, например, не могу. And all other sadhu from the ex-mission, Y-mission coming. И однажды также случился случай между вот Гаудиаматхом и какой-то ex-миссией. Это ex-миссией обычно называют этих Рамакришну или еще кого-то. Я не помню кого. Ну, в общем, какая-то Майавада какая-то. И вот, когда там прошла программа в доме этого богатого человека, и когда уже время просада началось, то Мадхава Госвами Махарадж, ну, видит, ну, ему сказали, что он какую-то гадость будет раздавать, и Мадхава Госвами Махарадж сказал, что ну все, нам пора идти. Но этот человек сказал, нет, просад еще, оставайтесь и ешьте. They are taking this prasadam, you cannot take. Ну и Мадхава Махарадж как бы не смог отпроситься, и этот человек начал возмущаться, как это, вот, они саду и вы саду, почему-то, они едят мясо, вы не едите. А
Шрила Мадхава Госвами Махарадж сказал, да, не саду, мы очень слабы, мы не можем это есть, поэтому лучше мы отсюда уедем. У нас есть свои правила и предписания. И Мадхава Госвами Махарадж, он был настолько терпелив, настолько мягок, что он проповедует. Как, например, в Южной Индии, там Майявади проповедовали столетиями, и никто не мог ничего сделать. Иногда там Мадхавачарья встречается, или Шри Сампрадая, Нимбарка Сампрадая, но мало. Ну, в основном Майявады в Южной Индии, даже сейчас. Шрила Прабхупад, когда говорил Харикатху в Южной Индии, Шрила Прабхупад, он практически плакал и говорил, они не могут понять настроение Чайтанья Махапрабху, они не могут понять настроение Кришны. Они думают, что у Кришны и Радхарани не, как сказать, не брачная связь. И даже до сегодняшнего дня, многие, кто проповедует там из Гаудиаматхи или из Искона, они ну, проповедуют на Западе, но мы еще в школе изучали, что charity begins at home, то есть наша, как сказать, наша ну, то есть наше, свой пример мы должны дома показывать в начале всего. И вот в Южной Индии они до сих пор думают, что они выше Лакшми Нараяна, никто не продвинулся. И вот и однажды, в то время, когда Ашрама Махарадж, Бутаврид Брамачарья, его храм рядом с в то время Ашрама Махарадж, Бутаврид Брамачарья. Он написал письмо Шри Прабхупаде. You know, completely unfit, but still by the mercy of Guru Dev. How happened it, I don't know. He writing Prabhupada almost impossible. И вот он написал Шри Прабхупаде, что тут практически невозможно проповедовать. Then Hayagriva Brahmachari speaking. И вот. Still today our effort is not 100% perfect. Да, Шрила Мадхава Госвами сказал, что наши усилия не совершенны, да, сегодня, да. И поэтому нужно дальше проповедовать. А другие братья в Боге сказали, что вы говорите, давайте сами проповедуйте, мы тут уже годами проповедуем и без толку. Но ну и такое же терпение, как у Шрилы Мадхава Госвами Махараджа, можно наблюдать его в Шрили Бхакти Валапитирте Госвами Махараджа и Шрили Бхарати Махараджа. Даже если землетрясение случится, они все равно будут заняты в служении. В Трипуре однажды происходило Нагар-санкиртан, и тут начался ураган, что и все ученики сказали, когда начался ураган, все ученики побежали к Гурудеву и сказали, что все, давайте заканчиваем, тут ураган начинается.
Но Гурудев попросил гонг и начал сам киртан. И вот он начал киртан сам. И через полчаса все рассеялось. Весь ураган прошел, стала ясная погода, и уже ничто не мешало санкиртане. So I have the chance to discuss some point about the grade of bhakti. Maybe next day. Today cannot, time cannot permit, because Prasad Prabhu going to wait for me there in Shiv Mandir. Have some discussion. Anyway, so vancha kalpataruvasya ke pasindu bhavaja patitanam pavana bhavishnavijo. If you have any question, you can. If you have any question. Yes, I do. You speak of this linkage and of the fact that there are differences between the Vaishnavas. This linkage has to be inside our heart. Yes. We have to create the way. Realize. Always I think standard thing, realization. When I speak about Guru, you must think Maharaj speaking about realized Guru. Sadguru. Follow. So you have to find linkage. Follow what I say. Because sometimes it's very difficult to make... Very difficult, that's why you will have to take center of Shiksha Guru. Appropriate Shiksha Guru who can feel himself and give the feeling. Follow what I say. Yeah. Any question? No? Can Shiksha Guru be Nitya Lila Pravishta? Huh? Can Shiksha Guru be Nitya Lila Pravishta? Gone from this world? Yes, yes, why not? Okay. Why not? When I cannot accept a Sikha Guru who is just half learned. So who is not realized? That's not what I mean. Someone that's no longer here in this world, can he be accepted as Sikha Guru? Not in this material world. Correct. Not in the material world. Вопрос, может ли Шикша Гуру быть не в этом материальном мире? Но если мы его в примере найдем что-то вдохновляющее для нас, то мы можем принять. Somebody putting question in front of me. У меня однажды спросили, что однажды один ученик Шрилы Прабхупады оставил Шрилу Прабхупаду. Я не хочу его вспоминать, но раньше он по милости Шрилы Прабхупады так прекрасно писал такую прекрасную сиддханту. И кто-то спросил меня, хорошо ли для нас читать то, что он написал при Шриле Прабхупаде, перед тем, как он его оставил. Я сказал, да. Но кто-то сказал, что нельзя, поскольку он потом оставил Шрилу Прабхупаду. И поэтому, но я сказал, да, поскольку если вы искренне, если вы чувствуете, but one point, one argument is that when he was enjoying full kripa, ну, смысл в том, что пока он получал полную милость Шрилы Прабхупады, то все, что он писал, вся эта философия, она была редактирована Шрилы Прабхупадой, она была одобрена Шрилы Прабхупадой. То есть его учение, оно не отлично от учения Шрилы Прабхупады, как в случае с Шрилы Вамана Госвами Махараджем. Его учение не отлично от Шрилы Кешава Госвами Махараджа. И тогда, по милости Шрилы Прабхупады, он писал великолепные статьи, но когда оставил, это было уже совершенно иное. Вы понимаете? Now it is my question in front of you, what lesson you get out of my sickness that day? What lesson you get? Only my sickness? What you think? Because if you go through internet, you can see when I was heavily sick, typhoid, that time somebody, some devotees can catch me and put me in Vyasasam. I started speaking. I mean, not only sickness, something happened. Follow, contamination. So sensitive my body, big problem. With food or something happened. Always I speak, but I cannot speak. Always I speak. When I go outside to bath, everything is there. Purushottam, you have to look. Oh, no, I can speak.
you can record whatever. And one another thing, maybe this is an indication that I am going to leave this material world. Maybe indication. Maybe I don't know. Not for many Who years. Who can say? Not okay. for many years. Because probably you have Bhakti Vigyan Bharati Maharaj speaking in Jalandhar, 6-7 years back. Full sabha speaking. Bharati Maharaj in Jalandhari. Однажды случился случай, что в Джаландаре он говорил Харикатху и его после Харикатхи он потерял сознание. И как-то он упал. Но там было не такая асана, как здесь, там проще было. То есть у него со здоровьем было не очень. И также... Punjas. Next day, I wanted to discuss so deep philosophy that day. Due to sickness and something, I wanted to drop. But I thought those Vaishnav, they are standing. If I go, I have the chance to look those Vaishnav. So I must go by and see. Anyway, it happened by the mercy of Krishna. I can discuss that philosophy next, sometime in future. Again, something. I wanted to speak so many things, but that day, my tongue become... Second time this happened. Speaking like you know, fire. One day one happens, with some prasadam something came. When I sit, started describing, my tongue becomes so heavy, I cannot utter anything. Immediately I stop and go back. Immediately audience say, what happens? And some problem happens. My tongue become like iron. My tongue is like sharp edge. But that day become... I stop, then go. The next day I speak. In your Chaitanya Gaudiya, next day I speak. So some, you know, so anyway, Mancha Kalpataru Sikhi Pasanthi Bhavishya, Dhanan Pahamakrishya, go.